нас не существует грамма. Мы ищем грань реального на самых мощных машинах, за которые не платят. Направление, скорость, время – все это мы выбираем сами. Называйте нас бандитами, но без нас вы не проживете. Мы за то. Ангелы не могут ловить чертей. Я не вы. Я жизнь, которой вы боитесь. Вы спите. Я давно проснулся. Я реалити-шоу. Катализатор. 15 минут, которых у вас нет. Хотите знать, зачем я делаю это? А почему не делаете? Мы конец своей свободы. Я буду бежать. Мы тень, от которой не скрою. Я не остановлюсь. Мы найдем. Вы не поймаете. Мы не остановимся. Вы прославимся повсюду. Вы проиграете. Вы мой лучший враг. Ты наша цель. Вы мои соперники. Добро пожаловать в Need for Speed Rivals. Прежде чем отправить вас в округ Redview, мы расскажем об основах игры. Выберите, кем вы хотите быть – полицейским или гонщиком. Это ваше убежище. Их много, они разбросаны по всему округу Redview. И это единственное место, где полиция вам не угрожает. Здесь вы найдете все необходимое для схваток с соперниками. Это ваш спидлист, сердце соперничества. Здесь предложен постоянно меняющийся набор заданий, из которых вы можете выбирать те, что больше подходят вам и вашему стилю вождения. Вы только начинаете, поэтому пока выбор ограничен. Завершив обучение, вы сможете выбирать из множества списков и будете сами создавать свою судьбу. Ваше убежище – это одновременно гараж и тюнинг-мастерская. Вы можете выбрать машину, технологии погони, улучшение показателей и варианты персонализации. Осмотритесь, а будете готовы – отправимся в путь.
Именно здесь машина становится вашей. Изменяйте свои машины различными способами. Расцветки, окраски, наклейки, диски, номерные знаки. Выбор за вами. Заработав первые очки SP, вы сможете усовершенствовать свою машину. Это ваша карта округа Редвью. Здесь можно увидеть других гонщиков, открытые события и выбрать точку старта. Пока начнем просто от дверей убежища. Вот вы и готовы. В правой части экрана находится спид-лист, который вы выбрали. Завершите задачи, указанные в нем, и закончите тренировку. Вы можете указать маршрут до любой точки, открыв карту, или воспользуйтесь функцией Easy Drive в верхней левой части экрана. Вперед! Начать гонку достаточно просто подъехать к точке старта и нажать кнопку. Начать событие можно в любой момент, даже когда вас преследует полиция, но нужно ехать медленно, чтобы не пропустить его. Также можно в любой момент начать состязание с другим гонщиком, для этого просто приблизьтесь к нему и нажмите ту же кнопку. Первую задачу. За выполнение задач вы получаете Speed Points и увеличиваете бонус, он отображен вверху экрана. Растет и ваш уровень погони. Преследование жмите сильнее на газ и используйте карты в левой нижней части экрана, чтобы избегать полиции. Внимание! Преследуется гонщик Q3. Ближайшим машинам оказать помощь. Thank you.
Почти оторвались от погони, статус показывает полоса в нижней части экрана. Если в течение этого времени полицейские приблизятся к вам, погоня продолжится. В этом режиме вы можете сразиться с любым гонщиком Red View. Подъезжайте или ждите, пока кто-нибудь бросит вызов, а затем нажимайте кнопку, чтобы начать гонку. Спидлист. Возвращайтесь в убежище и положите очки Easy Drive. Вы можете использовать карту или функцию Easy Drive в левом верхнем углу экрана, чтобы проложить маршрут к ближайшему убежищу, мастерской, событию или другим игрокам.
завершили обучение. Теперь переключайтесь на полицейского, чтобы узнать соперника. Важно понимать, как действует другая сторона. Пройдите тренировку полиции. Добро пожаловать в департамент полиции округа Редвью. Это один из многих мобильных командных пунктов, рассредоточенных по всему округу. И здесь вы начнете свое обучение. Вот ваше задание на сегодня. После завершения тренировки вы сможете выбирать задания из обновляемых списков, за выполнение которых будете получать новые машины. В своем командном пункте вы можете выбрать машину, технологии погони и номерной знак. Выбирайте машину и отправляйтесь в патруль. В роли полицейского вы можете тратить очки ESP на технологии погони и улучшения. Это ваша полицейская карта округа Редвью. Здесь вы найдете других полицейских, сможете отслеживать гонщиков и наблюдать за открытыми событиями. Здесь же можно выбрать начальную точку патрулирования. Завершив обучение, вы сможете отправиться в любой командный пост. Вы готовы к первому патрулированию. В правой части экрана ваше задание на сегодня. Завершите их, чтобы закончить тренировку. Вы можете указать маршрут до любой точки, открыв карту, или воспользуйтесь функцией Easy Drive в левой верхней части экрана. События, нужно отправиться к точке старта и нажать кнопку. Ваша цель – пройти по полицейскому маршруту максимально быстро и чисто. Патрульная машина на Grapevine Drive срочно запрашивает подкрепление. Всем машинам. Выезжаю к сигналу Гонщиков. Чтобы начать погоню, включите сирену соответствующей кнопкой, и погоня начнется. Также погоня начнется, если вы столкнетесь с гонщиком или он столкнется с вами. Чтобы арестовать гонщика, догоняйте и атакуйте его до тех пор, пока его машина не разобьется. Или используйте технологию погони, когда она будет доступна. Арестовав гонщика, вы забираете его спидпоинт. Чем выше уровень погони гонщика, тем больше спидпоинт вы получите. Используйте их, чтобы покупать или улучшать технологии погони в командном пункте. Поздравляем с выполнением задания. Пора возвращаться в командный пункт. Вы можете использовать карту или функцию Easy Drive в левом верхнем углу экрана, чтобы проложить маршрут к ближайшему командному пункту, мастерской, событию или другим игрокам. Радар засек 10.44. Ближайшим машинам приготовиться к задержанию.
Капитан Сет, начинаю его осмотр. Вы завершили обучение. Добро пожаловать в полицию округа Редвью. Теперь можно отправиться в округ Редвью. Вы завершили обучение. Теперь выберите сторону и начните состязание с соперниками. Такой скорости ездит всего два типа людей – копы и преступники. Нас обвиняют в превышении полномочий из-за того, что мы постоянно устраиваем гонщикам аварии. Но нам не нужен честный поединок. Мы должны побеждать всякий раз, когда включаем сирену. Иначе люди быстро решат, что мы не можем их защитить. Страх – это уважение. Если вы подвергаете опасности те неблагодарные массы, которые мы должны защищать, мы ответим вам всем, что у нас есть. Все начинается здесь. Добро пожаловать в Wall Drive. Возможность играть в Need for Speed по-новому. Вы, ваши друзья и другие гонщики сможете соревноваться и вместе участвовать в погонях в любое время и без лишних усилий. Чтобы найти других игроков, посмотрите на карту или поищите их на дороге. Одни будут полицейскими, другие – гонщиками. Использование All Drive возле других игроков дает больше очков и спин. Вы сможете участвовать в событиях вместе, при этом вы каждый раз будете помогать или мешать своим друзьям, выполняя задания полицейского или спид-лист гонщика. Другой способ взаимодействия с друзьями – это Need for Speed Network. Загрузите Overwatch прямо сейчас, чтобы общаться с друзьями, соревноваться и взаимодействовать с ними.
Внимание, центр. Рядом со мной подозреваемый 1044. Всем свободным машинам. Офицер на Иствуд Райс вызывает укрепление. Принято. Прибуду, как только смогу. Я прекращаю погоню. Он ушел. Принята погоня, код 3 окончена. Готов оказать помощь. Вас поняли, офицер. Время реагирования подтверждено. Хорошая работа. Объект потерян. Диспетчер, он ушел. Принято. Погоня прекращена. Всем вернуться на свои посты. Забросить сеть. У всех есть свои границы, и чтобы узнать их, нужно выйти за пределы. Суть гонки в том, чтобы испытать на прочность свой характер, навыки и свой страх. В том, чтобы соединиться с машиной, единственная задача которой – перерабатывать бензин в адреналин. И сделав это, вы уже не сможете отказаться. Все начинается здесь.
1, Линкольн 6, докладываю, преследую подозреваемых. Диспетчер, потерян контакт. 10:44. Включите в погоню тех, кто освободится. Прием. Объект.
готовится к задержанию. Все машины, возможно, на 103 на Eastwood Drive. После того, как один гонщик загрузил свое видео в сеть, у него появились десятки подражателей. Похоже, когда-то подпольный спорт превратился в вирусное реалити-шоу. А гонщики пойдут на все, лишь бы добиться дурной славы. Восприятие — это реальность. Закон и порядок существуют до тех пор, пока народ в них верит. Их вера ослабла. Они видят, как гонщики нарушают закон без всяких последствий. И когда закон теряет хватку и превращается в вежливую рекомендацию, общество начинает разрушаться. Нас обвиняют в устрашении. Но вся правда заключается в том, что демонстрация силы лучше, чем ее применение. И когда демонстрации силы для поддержания порядка становится недостаточно, приходится действовать. Нужно преподать урок. Grapevine Drive. Есть данные о возможном 1044 поблизости. Сейчас проверю. Больше нет. Отменяю код 3. Принято. Погоня окончена. Сохраняйте бдительность. Центр 1044 ушел от погони. Возвращаюсь на участок.
хорошенько досталось, но он ни на что не обращает внимания. Объект готов. Объект готов. Следовать и защищать. Сразиться лицом к лицу. Нужно стать одним из них. Преследовать и защищать. Держать.
Заездил уже. Он 3 задержан. Подтверждаю захват. Догоните и задержите остальные цели. 10-4, диспетчер, отметьте меня как номер 1 на преследовании второго объекта. Сообщите о переключении канала. Прием. Нарушитель получил удар. Может, теперь одумать? Диспетчер, нарушитель разбил. Он наш, прием. Диспетчер, гонка успешно остановлена. Я в тоннеле Сансет, начинаю его осмотр. Пытаюсь остановить гонщика. Нарушитель
обездвижен. Жду эвакуатор и машину очистки. Защищать граждан.